Новая коронавирусная инфекция может привести к серьезным последствиям. Риск для здоровья пациента остается высоким даже после выздоровления. У десногорцев есть возможность избежать постковидный синдром, контролируя состояние собственного здоровья. Для этого в медико-санитарной части номер 135 с июля действует углубленная диспансеризация. Согласно постановлению Минздрава, начинать обследование можно не раньше, чем через 60 дней после выздоровления. А вот пройти его могут все, даже те, кто болел бессимптомно и никуда о болезни не сообщал. Проходит диспансеризация в два этапа. В углубленную диспансеризацию входит общий анализ крови, биохимический анализ крови, включая D-димер, флюорография легких или рентгенографическое исследование легких, тест шестиминутной ходьбой, определение уровня кислорода в крови, замеры давления, температуры, пульса, осмотр врача-терапевта. Явление, когда люди после перенесенного COVID-19 продолжают страдать от различных нарушений здоровья, получило название «ковидный хвост». Кроме осложнений в работе легких, инфекция может повлиять на систему кровообращения. В 2020 году от таких болезней умерло почти на 100 тысяч человек больше, чем в 2019. Диагностировать проблему помогает исследование функций внешнего дыхания. Это метод скрининга и метод предварительной оценки нарушений дыхания. Если какие-то изменения выявляются на ФВД, а людей направляют на дополнительное обследование для выявления уже глубокой патологии, например, патологии легких или патологии сердца. По последним данным, ковидовские изменения, они больше сказываются на сердце, чем на легких. Поэтому в основном после ковида изменения в легких минимальные остаются. Больше проблемы идут с сердцем, с нарушениями ритма и с какими-то ишемическими изменениями. Записаться на диспансеризацию можно в регистратуре поликлиники, после чего пройти предварительный осмотр и получить необходимые направления в кабинете номер 302. Ксения Лошкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ.